Сегодня мы будем делать микроскоп из старой веб-камеры. Итак, я до этого ее разобрал, изучал ее строение. Итак, если мы перевернем оптику другой стороной, мы сможем достичь предела 1000 раз увеличения на микроскопе. Но мы сегодня не сможем протестировать, так как я не нашел драйвера для компьютера. Я уже подключал к компьютеру, видеокамера работает, но для этой старой версии веб-камеры драйвера не нашлись. Итак, я вставлю в конце видео ролики, как должно получиться изображение с этой веб-камеры. Если кто знает, как найти драйвера для этой веб-камеры, я вставлю в описании название этой камеры. Итак, спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на канал Бинго.